из этого получится. Дом у реки. Прошло уже больше месяца с тех пор, как я пустил корни здесь, в доме у реки. Теперь, когда я стал дорсетским фермером, городской смог кажется нереальным, и рядом нет ни одной курицы в упаковке. Я ненавидел вставать по утрам, а теперь это просто блаженство. Каждое утро я вижу, что мои овощи подросли, мои свиньи немного потолстели, и думаю о том дне, когда все это наполнит мой желудок. Сейчас я думаю о рыбе, а точнее о щуке, хищнике, знаменитом своей способностью внезапно нападать на ничего не подозревающую мелкую рыбешку. Ее также считают охотницей за утятами. И подумав обо всем этом, я разработал искусственную приманку. Познакомьтесь с Даффи, утенком-убийцей. Прежде чем я смогу проверить способности Даффи, у меня есть время обойти свои владения, которые простираются больше, чем на треть акра. Во мне развивается нездоровая привязанность к овощам. Я прихожу сюда посмотреть, не выросли ли они еще на один дюйм или на один миллиметр, и не грызет ли мои листочки какой-нибудь ужасный зверь. На этих двух грядках, которые были засеяны первыми, все идет очень хорошо. Два сорта картофеля, розовый и ретый, хорошо разрослись. И зелень за ними — это вечно зеленый шпинат и листовая свекла. Им, похоже, дождливая погода нипочем. Мой луковичный фенхель уже зацвел, и на сладкой кукурузе наметились отличные початки. Кабачки хорошо подрастают, а красная фасоль тянется к небу. Но не все так радужно. Это вторая грядка конских бобов. Они хорошо выросли. А сегодня утром я заметил, что их стебли выдернуты, и я не знаю, были ли это мыши, которые живут в доме, или белки, которых я видел в огороде. Такое злобное хулиганство, вандализм, разрушение. И не ради еды. Ради чего? Я очень расстроен. Война с огородными вредителями стоит мне больших нервов. Это не лучше конторской работы. Но я все равно собираюсь провести остаток дня на рыбалке. Я еду на реку Пидль, на встречу с ее хранителем Джоном Эплином. Джон управляет популяцией щук ради процветания дикой форели. И это упражнение в борьбе с вредителями должно обеспечить меня бесплатным рыбным ужином. Должен признаться, Джон, я немного фетишист в том, что касается приманок. Я только что сделал небольшое открытие в ванной. Я думал о том, что иногда щуки ловят утят. И это вдохновило меня на использование этого. Вот оно. Это что-то новое. Он точно запищит, когда начнет клевать. Что скажешь? Замечательно. Не надо следить за ней, можно ловить в темноте. Можно ловить щуку ночью, прекрасная мысль. Мне бы хотелось посмотреть, как ты что-нибудь на нее поймаешь. Прямо у берега, там, где поглубже. У берега, точно. Хорошее место. А сачок готов? Да, как всегда. Конечно. Прямо у воды. Именно. Вот здесь. Похоже, утенку с трудом дается первый урок плавания. По-моему, там можно тоже забросить. Я видел, что там что-то шевельнулось в тростнике. Ты это говоришь, чтобы я начал волноваться. Почему-то у Даффи не получается приманить щуку. Моя заводная жаба тоже не срабатывает, а когда и картошка не помогает, я понимаю, что пора воспользоваться традиционными методами Джона.
Мы используем корюшку как наживку. Это тоже, что килька, но побольше. Для щуки это деликатес. По вкусу и запаху она похожа на огурец. Можно понюхать? Пахнет рыбой. И для меня тоже. Одна-две большие щуки там, где водится форель, большого вреда не сделают. Они вообще-то не дают размножаться щукам поменьше. А что ты называешь щукой поменьше? Поменьше — это любая меньше 7 фунтов. Для еды размер самый подходящий. Говорят, что да. Поймай мне от 5 до 10 фунтов весом, я буду просто счастлив. Посмотрим, что получится. Попробуем еще и этот жирный кусок. Когда ловишь в таком пруду, нужно попробовать все. Клюет! Боже мой, ты погляди! Ты поймал щуку? И размер хороший. Смотри, до чего хороша. Гизачок. Она рвется обратно. Надо отпустить ее, если рвется, и поймать другую. Вот так. Надо следить, чтобы они не выворачивали голову, потому что могут сорваться. Затаскивай. Да, можно класть в сачок, клади, пока она ничего не надумала. Отлично. Давай, молодец. Боже, какая тяжелая. Красавица. Отличная работа. Какая отличная рыба. Потрясающее состояние. Прекрасная рыба. А когда ты в последний раз ел щуку? Около 20 лет назад. 20 лет? Да, я об этом недавно думал, но это меня не беспокоит. Значит, это будет что-то вроде обращения. Думаю, да. Эта рыба отлично подходит для такого дела. Хорошо. Прежде чем я начну обращать Джона в любителей щуки, надо покормить свиней, а они тоже не слишком охотно едят свой корм. Проблема в том, что они так любят вот это, что воротят пятачки от остатков с кухни, что меня очень расстраивает, ведь этот корм стоит денег. И все-таки похоже, что регулярного кормления, свежей подстилки и воды им достаточно для счастья, хотя они пользуются любой возможностью выбраться на свободу. О, нет! Нет, это плохая мысль. Плохая мысль. Пошли. Пошли. Давай, Чарли. Назад. Да, пошли. Пошли, Чарли. Назад. Молодец, да. Попадаются рецепты щуки, в которых как будто хотят ее замаскировать. Конечно, мне это ни к чему. Я хочу воздать должное этой рыбе, потому что только так Джон сможет убедиться, что эта рыба годится в пищу. Поэтому я не буду использовать сильные приправы. Только немного зелени из огорода, лавровый лист, немного нарезанного лука и цедры лимона. Эти приятные ароматные приправы дополнят, а не уничтожат вкус рыбы. Я с ними готовлю густое варево из щуки для желирования по старинке. Щука кладется в кастрюлю для варки рыбы вместе с несколькими кусочками лука, фенхелем, петрушкой, лимонной цедрой, лавровым листом и заливается водой. И целая бутылка вина завершает бульон, который доводится до кипения и варится на малом огне 10 минут. Щуку вынимаем после того, как она полностью остынет в бульоне. Ее большая голова и толстая шкура представляют собой отличный источник природного желатина. Итак, начинаем раскрывать тайны щучьей анатомии. Первый надрез делаем вдоль боковой линии, надрезаем и приподнимаем шкуру, очень толстую, почти как у млекопитающих, и она должна легко отделяться. Вы посмотрите. Можно делать сумочки. А вот отличное мясо. Я также счастлив, как если бы это был лосось за 10 фунтов. По-моему, выглядит отлично. Отличие щуки в том, что из большинства рыб получается прекрасное филе без костей, а здесь маленькие косточки везде, и их надо вынуть. Очень маленькие.
Смотрите, маленькие негодницы, с рыбой поменьше и возиться не стоит, но из этого филе их легко убрать. Очищенные от костей кусочки рыбы отделяются друг от друга и посыпаются большим количеством мелко нарезанной петрушки. Это бульон, в котором варилась щука, процеженный через муслин. От него осталась 1/10 часть. У него насыщенный вкус, и в нем будет достаточно желе для того, чтобы загустеть, когда я положу его в формочку. Все это легко смешивается. На дно каждой формочки кладется веточка фенхеля и пара ложек филе. И смесь разливается по формам. Вот и вся история щуки. Уродливая при жизни, прекрасная и вкусная после смерти. После нескольких часов в холодильнике жидкость застывает, и формочки подаются с несколькими листьями салата. Немного отличается от того, что было, когда ее вынули из воды. Надо попробовать. Хорошо. Потому что ты говорил, что щука грязная, костлявая, и с ней не стоит возиться. Именно. Попробуй. Это намного лучше, чем я ожидал. Я думаю, что я приготовлю это на праздничный обед. Да неужели? Я дам тебе рецепт. Но щука все равно посмеялась последней. Я так и думал, что они попадутся. У тебя есть? Смотри, очень забавно. У каждого по одной. У каждого по одной. Ты уже почти доел. Тебе попалась только одна? Я уже доел, мне только одна досталась, маленькая. Думаю, ничего бы не случилось, если бы я ее проглотил. Я так и думал, это было бы слишком хорошо, если бы костей совсем не попалось. Наверное, ты несколько часов их вытаскивал. Этого явно было недостаточно. Традиционно в июле заготавливают джем. Этого я ни за что не пропущу. Добро пожаловать в мой сад. Не слишком патетично. Жалкие 7 ягод черной смородины. С этого куста все, что можно сделать, это пару чашек чая со смородиновым листом. Освежает, но для урожая недостаточно. Это гораздо лучше. Вот как надо выращивать смородину. На садоводческую ферму Форт Эбби группа студентов из Восточной Европы приехала поработать на сборе урожая. Возле замка. Магазин в Чарт? Я договорился с управляющим. Я могу присоединиться к сборщикам на один день, и мне заплатят ягодами. Здесь строго следят за качеством. Дэйв здесь старший, он отвечает за малину. Я покажу, какие ягоды собирать, а какие нет. Дело в том, что мы собираем ягоды высшего сорта для супермаркетов, поэтому берем только красивые розовые ягоды, которые не должны быть слишком мягкими. Что ты должен сделать, это убедиться, что на них нет никаких отметин. Красивая, розовая, складываешь на поднос. Я должен проверять каждую? Да, желательно. А можно есть, пока собираешь? Можешь есть, если хочешь. Можно, да? Перезрелые, не слишком много зрелых. К счастью, то, что я называю спелой малиной, не подходит для супермаркетов, поэтому мне хватает. Я наполнил 2 подноса и попросил моих товарищей Светлану и Датю проверить мою добычу. Ну и как? Очень плохо. Плохо? Это и здесь нечего делать. Ладно, про эту забудь. Слишком красная. Так, а это недостаточно спелая. А это что? Что с ней не так? Это плохая. Можешь съесть. Ладно. Все не выбрасывайте, прошу вас. Девушки, оставьте мне немного. Нет, нет, нет. Теперь мне придется еще собирать. Да, придется полную коробку. Это потому, что вы половину выкинули? Я пошел работать. Пожелайте мне удачи. Хорошо. Хорошо. Качество на грани. На грани? Да, но они годятся. Заплатите мне ягодами, если это вас устроит. Да, хорошо. Нас предупредили, большое спасибо. Я ухожу с поля, последним с моей зарплатой, и чуть не пропустил трактор, на котором все возвращаются в лагерь, а также еще один бесплатный обед.
Спасибо. На базе много голодных ртов. А Оксана и Наташа готовят украинский борщ. Мне бы хотелось знать, он уже готов? Да, готов. Можно попробовать? Да, пожалуйста. Какой вкусный. Сладкий. А что вы туда кладете? Цыпленок, картошка, морковка, свекла и вода. А еще помидор. Очень вкусный. Мы знаем. Знаете? Да. Уверенные в себе поварихи. Я надеюсь, борщом они не наедятся, потому что я готовлю пудинг и собираюсь использовать собственную смородину, несмотря на все сентиментальные чувства, которые она вызывает. Это ягоды из дома у реки. Их всего 7. Но они очень много для меня значат. После смородины я готовлю кастард, классический заварной крем из настоящих яиц и настоящих сливок. Слишком теплый, его нужно охладить, потому что у нас будет холодный кастард. Теплый смородиновый сироп и еще один третий элемент, который все это соединит. Немного претенциозный для походной кухни. Его нужно делать в самый последний момент, поэтому я вернусь к нему позже. В борщ кладется большая ложка сметаны перед тем, как его подают рабочим в нашей общей столовой класса люкс. У вас больше, чем у меня. У вас тарелка побольше. Хороший. Последняя стадия приготовления пудинга – это взбитые меренговые острова в море кастарда. Они ароматизируются крепким кофе, который отлично сочетается с черной смородиной. Затем меренги формуются в овалы двумя столовыми ложками и варятся в слабо кипящей воде. И еще немного. Спустя пару минут они поднимаются и осторожно помещаются в охлажденный кастард. Острова украшаются просеянными сахаром ягодами смородины и, наконец, горстью крупной малины. Как вам это? Выглядит очень красиво. Блюдо для 20 голодных рабочих стоило мне половину моей ягодной зарплаты, поэтому заготовку джема придется отложить. Разом будем с тобой, только ты и я. Будем кохатися все життя. Будем поручать и тільки трохи підростила. Раннее утро, я работаю над следующим проектом для дома у реки, строю дом для новых домашних животных. Здесь водится множество лис, поэтому при строительстве курятника полумеры не годятся. У меня 6 футов сетки, которую лисам не перепрыгнуть. Но они прекрасно роют землю, поэтому я прибиваю ее через каждые 8 дюймов. Надеюсь, это не даст им пробраться. Я придерживаюсь старой дорсетской поговорки: «Мертвые куры не несутся». Сюда. Сюда. Фрэнк Бидлкомб умеет обращаться с животными. Он держит на своей маленькой ферме овец, гусей и коз. Но я здесь исключительно по поводу домашней птицы. Сколько яиц в день от них получаешь? Я получаю от них 13 штук в день. От скольких? От 13. Правда, по одному яйцу с каждой в день? В день. Гарантированно? Не знаю, в этом деле нельзя ничего гарантировать. Точно. А какие могут быть сложности? Зачем следить? Иногда может застрять. Что это значит? Что-то вроде запора. Ясно, они не могут снестись. Не могут снестись. И что мне тогда делать? Давать им масло из печени трески. Масло из печени трески. Да, с едой. А потом оно выскальзывает. Оно дает возможность ему пройти. Очевидно, род-айлендские красные куры – самые надежные несушки, но сначала их надо поймать. Ha ha ha!
Ты в порядке? Там жарко. А как же? Не могу не взять еще трех бентамок. Моя стая выросла до 6 несушек. Но если я не хочу, чтобы они разлетелись, мне надо научиться подрезать им крылья. Отрезаешь примерно столько. Только концы? Только концы. Вот так. А им не больно? Нет. Вроде бы нет. Нет, ей не больно. Режь только концы. Если больше обрежешь, может пойти кровь. Ясно. Только концы. Только концы и порядок. Это не даст нам перелететь через ограду. Только одно крыло? Только одно. Когда они взлетают, то начинают кружиться. Надо же кружиться. Кружаться. С целой стаей прекрасных птичек возвращаюсь в дом у реки. Я очень доволен своей покупкой, и мое воображение возбуждено перспективой получения собственных куриных яиц. Но, по-моему, я немного перестарался. Если у меня будет по 6 яиц каждый день, мне нужно будет найти какие-то серьезные рецепты их приготовления. Цып-цып-цып-цыпленок. Яичко мне снеси. Цып-цып-цып-цыпленок. Будет чем закусить. На следующее утро я сразу же иду взглянуть, подарили ли мне что-нибудь мои девочки. Кто-нибудь хочет выйти? Да. Почему бы и нет? Как насчет яичка? Да! Потрясающе! Это одна из вас, дамы? Смотрите. Вы только посмотрите. Мое первое яйцо. Да. Какое утро. Не только первое яйцо, но и первый кабачок. Как будто заработал первый миллион. Мое первое блюдо, приготовленное из собственных продуктов, будет суфле из одного кабачка и одного яйца. Тонко нарезанный кабачок готовится в оливковом масле. Горячее молоко добавляется в смесь сливочного масла и муки, чтобы сделать соус бешамель. Интенсивное помешивание предотвращает появление комков. Думаю, я разбил в своей жизни не менее 10 тысяч яиц, но ни одного с таким ожиданием. Вот это да! Посмотрите, какой цвет у желтка. Красота! Кабачок понемногу разваривается, пока я взбиваю белок. Затем кабачковая масса соединяется с соусом бешамель, желтком и горсткой натертого чеддера, так, чтобы получилась хорошая густая смесь. Секрет легкого и воздушного суфле в том, чтобы в белке было как можно больше воздуха, когда он быстро, но аккуратно заполняет форму. Затем смесь кладется в керамическую посуду, смазанную сливочным маслом и обложенную крошками пармезана. Готовится на большом огне в течение 15 минут. Вот это вкус будущего. У меня отличный урожай. Спасибо, девочки. На следующей неделе я буду сражаться с вредителями на огороде, наблюдать за подводной оргией и участвовать в овощном соревновании. Автор сценария Хью Фернли Уитингстол. Оператор Ричард Хилл. Продюсер Каролин Боттомли. Композитор Хансен Басс. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».